Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в ХКР 2. Четвертый день и 15 самоцветов я забираю. Ну что, мы с тобой остановились на боссе, которого не можем пройти. Так что сегодня будем стараться это сделать. Как говорится, со свежими силами. Так, приветик. Всем. Так, что у нас тут? Сундучок. 96 тысяч монет. Монетный ускоритель для вертушки. Так, ускоритель приземления. Понятно. Так, ваши финальные баллы. Превосходно. 1000 монет. Всего лишь 1000 монет. Так, ну что, кубки. Выбираем. А что мы выбираем? Ну, во-первых, я, наверное, поеду на ролики. Единственное, что надо поменять, это видон. Вот такой пускай будет у нас сегодня вид. Ну что, поехали. Кубок путешествий. Так, я забыл, что у меня там стоит-то на машине. О-о-о, об кактусы все врезались. Слишком много кактусов, да? Давай, вылетай. Первое место. Замечательно, друзья мои. Первое место. Слушай, я не знаю, почему-то мне кажется, что багги все-таки, ребят, намного быстрее едет, чем моя ролейка. Не знаю. Или я уже просто привык к багги. Давай, подгазовывай, потому что за... Ай. Опа. Как на спорткар наказал. И это перед самым финишем. Вы серьезно? Трындец, ребята, это перед самым финишем. Ё-моё, так облажаться. Да что с машиной не так-то? Я не могу понять, что она не едет-то? Не знаю, ребят, по-моему, раньше у меня как-то вот по старой сборке было... Ну, что там? А в горочку-то тебе слабо, да, парень? В горочку тебе было слабо заехать, я смотрю. Так, первое место, отлично, ребята. Взяли. Такс, ничего хорошего нету. Может быть, все-таки багги возьмем, а? Где у нас багги? Вот она. Так, что у нас установлено? Может быть, нитро убрать и поставить все-таки вот так? Не знаю, давай попробуем. Но мне кажется, я босса не смогу победить. Вот при таком раскладе. Твою налево, я забыл магнит взять. Я забыл взять магнит. Да, из-за того, что я не взял магнит, ребята, я и приехал вторым. Потому что магнит только может, ну, притягивать монетки, ну и сам понимаешь. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Замечательно. Так, здесь мы взяли первое место. Блин, ну мне кажется, с боссом такой вариант не прокатит. Он же постоянно меняется в машине или как, ребят? Фига вы, ребята, там. Вот видишь, все бы хорошо.
Ну, в принципе, нормально, ребята. А сейчас мы идем на босса. И вот тут вот, наверное, будет вопросик у меня. Нет, мы еще не доехали до него. Шахты. У нас шахты. Тьфу ты нафиг, а. Ладно, попробуем. Ать. Ну, вроде бы неплохо, нам повезло. Там проехали мы нормально. И первое место. Обогнали супостатов, так им и надо. Ну что, мы двигаемся дальше. Квадроцикл, причем есть квадроцикл. Идеальный старт. Блин, давай вниз, не поднимемся мы. Окей. Ускоряйся, ускоряйся, ускоряйся. Думал, монеток подобрать. Ладно, фиг с ним, с этими монетками. Круто. Просто перевернулась на крышу и опять встала на колеса. Это ли несчастье, а? Вот сейчас вот нафига вот это надо было делать, ребят. Упал как мешок с картошкой. Монетки мне помогли здесь, которые там были. Я понял. Без монет. Без монет мы взяли первое место. Отлично. Друзья, ну вот и босс. Вот на чем он будет, а? Вот на какой машине он поедет? Ладно, я возьму ХКР. Ой, ролейку. Я возьму ролейку. Мне кажется, он сейчас возьмет лихача. Так, чтобы убрать отсюда. Давай, наверное, вот это уберем. Вот это поставим. Блин, или как лучше сделать? Или вот это вот убрать? И вот это поставить. Попробуем так. На чем он там? А, он на ролейке. Давай, 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 нитро, отлично. Эх, монетный ускоритель. Да какого лешего-то ты? Ну он что, на монетном ускорителе что ли едет? Я не пойму, блин, а? Чепушило, блин. Как он ускоряется? Объясни вот мне. Вот все равно он меня опережает. Ты посмотри, а? Да ладно. Фух. Блин, ну это, ребят, не все. Да ты серьезно, блин, чепушила ты несчастная. Не, ребят, я и здесь профукался, по ходу дела. Все. Приплыли, называется. Он уже далеко. Я не знаю, что делать. Как раздолбайка едет. Просто как раздолбайка, самая натуральная, блин. У него всего лишь там один магнит. Да не может быть такого, ребят, чтобы он так ехал офигенно. На одном магните. Без ускорителя, без всего. Чепушило, а.
Просто чепушила, самое настоящее, а? Да не заедем мы туда наверх. Там кто-то наверху еще, да, я смотрю, подгазовывает. Тут, походу, дела одна гонка всего лишь. Потому что слишком долгая. Слишком долгая трасса. Но босс меня что-то напрягает. Вот серьезно тебе говорю. Босс меня напрягает. Так, что мы тут получили? Ага. Так, можно вот это поменять? Пляжный кубок. Ну, пляжный кубок я, наверное, возьму. Баги. Вот чувачка там нитро, я смотрю, да, стоит? А, у него нитро и ускоритель. Нитро плюс ускоритель. Нормальная такая, да? Комбинация, так скажем. Да, вот за счет этого только и берет он. За счет нитро и ускорителя. Но мне почему-то нитро не понравилось, ребят. Наверное, оно у меня слишком слабо прокачано. Не дает он мне того эффекта, которого я хочу от нее. Но возьмешь хоть здесь-то первое место, взяли. Так, второй по итогу. Ну что, босс, не босс? Не пойму я. Не доехали, походу, да, чуть-чуть? Не доехали мы чутка до босса, блин. Ну давай попробуем тоже взять. Ну, к примеру, уберем это и уберем это. Возьмем вот так и вот так. Это можем еще и прокачать. Второй уровень. Вот так вот. Ну что, попробуем как вариант. Вот, вот такую вот штуку. Я не знаю, ребят, что у нас из этого получится. Я знаю, что у нас горючее улетучивается. Трындец просто как. Серьезно? Да, ребят, еще и сфылиться не хватало. Взял на свою голову. Ой-ой-ой-ой-ой. Да, очень опасно ехать на этом форсаже, так сказать, так сказать. Ты сам видишь. Давай, горючее где-то должно же быть. Оно было, ребят, но мы его профукали. Мы его профукали.
Первое место. Блин, опять этот босс, а? Я уже не знаю, что делать. Ехать все-таки, наверное, нужно на ролейке. Так. И он опять на этой, на раллийной авто, да? Ты посмотри, я на форсаже еду, он меня просто обгоняет. Я просто взял горючее, втопил, и он ехал за мной по пятам. Как это может быть? Я ума не приложу, ребят. Ну ты понимаешь, что на форсаже отрыв офигенный просто идет. Ну как? Все, пипец, приплыли, блин. Ну все, ребят, называется, приплыли. Дебильная трасса, блин, ненавижу ее. Так, ладно, пока ничья у нас. Сейчас все будет решено. Типа облегченный вариант у нас. Ребят, это невозможно. Ну как он меня, блин, обгоняет? Ёпрасте, блин, ты посмотри. Ни хрена не имеет, только одну фигню эту, блин. Это что, нормально, что ли, блин? Пипец, блин. Вообще просто без шансов даже, ребят, ни единого шанса на победу. Просто обгоняет. У меня и то, и все, блин, понапичкано. А у него ни хрена нет, он меня обгоняет при этом, при всем. Хоть ты с форсажем едешь, хоть ты с чем, он тебя обгоняет все равно. Идиот этот. Я не знаю, что делать. Следующую гонку я возьму, наверное, этот. Как он называется-то? Багги. Но если он возьмет ролику, конечно, он меня там ушатает. Нет, это просто, ребят, нереально как-то. Босс тебя просто обгоняет. Ты посмотри внимательно, мы начинаем вместе, одинаково, абсолютно. И ты посмотри потом, как он ускоряется постоянно. Причем на нем не висит никаких там улучшений или еще чего-нибудь. Понимаешь? У него висит только лишь одна эта. Ускоритель для колес, по-моему. Все. Нет, у него не ускоритель колес, у него сзади вот эта вот труба. И все, и больше у него ничего нет. Ни крыльев, ни магнитного ускорителя, ничего. И он выигрывает тебя. Нормально? Причем он едет на топовых машинах. Он не едет, например, там в каком-нибудь вшивом автобусе или еще что-нибудь в этом роде. Нет, зачем? Да. Миля в пустыне. Поехали, миля в пустыне. Сегодня серия будет у меня, по ходу дела, посвящаться, как я прохожу босса. Других вариантов просто нету. Че, я опять последний, что ли? Да что с машиной-то не так, а? Последний, по ходу дела, еду, ребят. Ну, уже вторым. Все, это трэш. Это трэш, ребят.
Это звездец называется. Это называется звездец. Просто я нитро не убрал. Ну все, сейчас далеко не уедем, ребят. Если ты, Рейчик, на нитро едешь, так ты будь добр брать тогда, знаешь что? Магнит. Спросишь, зачем магнит? Ну, потому что магнит, по крайней мере, притягивает горючее. А тут что, опять одна трасса всего лишь, я так понимаю? Да едь ты вниз-то, ёк-макарёк. Ну тут как-то чудом, я не знаю, ребята, проехали. Убирай, убирай отсюда срочно эту всю дребудень. Вот эти вот ускорители, фигители и там подобные. Просто срочневски. Че поставить? Колеса. Я не знаю, что тут ставить, ребят. Вот серьезно говорю, я уже не знаю, что тут. Что тут можно поставить? За километр, да? И то умудрился как-то прихватить там. Ладно, здесь взяли первое место, отлично. Ну, тут и противник, извини меня, какие-то автобусы. На попрыгульках, как ты видишь. С этим боссом не прокатит. Такой вариант. Мне кажется. Окей. Давай дальше ехать. Идеальный старт. Все вроде бы нормально, да? Так, здесь аккуратненько. Нет, ну с автобусами-то понятное дело. Тут легкотня. Опять не доехали. Да вы серьезно, что ли? Весенний город. Смотри, тут и баги, и вертушки. А так бы, прикинь, у нас был бы магнит. И, например, еще ускоритель. Может быть, ускоритель действительно взять, а? Топливный. Прикинь, что бы мы могли бы сделать на топливном ускорителе. Слушай, как вариант. Но тогда у нас не будет ускорения. Твою налево. У нас не будет этого ускорения. Хотя, ты знаешь, я тебе скажу, что... Вот зачем я сейчас... Вот это сейчас... Что было сейчас? Слушай, как вариант. Наверное, надо брать топливный ускоритель. Чего случилось? А что с мужик... Ребят, я серьезно говорю. Я не знаю, что произошло. Просто встала как тупорылая. И не могла ничего сделать. Просто, как,
как колом. Как будто у него, знаешь, колодки заклинило, блин. Зашибись. Нормально тебе такой расклад? Вот это я в шоке, ребята. Просто отказали колодки. Она просто колом встала. Как будто, знаешь, вот резко, когда нажимаешь на скорости, ее перевернуло из-за этого. Я не знаю, брать мне этот топливный ускоритель или не брать, блин. Вот как лучше сделать, а, друзья? Как бы эта штука очень хорошо помогает, которая вот добавляет нам скорости. Так, водитель 52, какой-то там 0,9. Вот, вертушка тут. Ладно, фиг с ним. Так, ну что у нас там, какое место? Первое. Так, ребят, опять босс. Опять босс. Поехали нафиг. Стоит ли брать ускоритель мне, а? Вот этот вот топливный. Для увеличения мощности предельная скорость 56, импульс 50. Не знаю, ребят. Ну, серьезно говорю. Твою налево. Для увеличения мощности. Ладно, я рискну. Я рискну, друзья. Твою налево против раллийного авто. Да ну, ребят, он меня вообще как этого... Просто как стоячего. Посмотри, у него там что? И это обвеса там себе навешал. Друзья, ну что, нормально это вот все? Да. Ну что я могу сделать в вывод? Что его нужно только на раллийном авто обгонять. Все, ребят. Другого тут варианта нету, к сожалению. Да он меня тут даже обгоняет, ты посмотри. Не, нафиг, ребят, это фигня полная. Это полная чушь. Так, раллийка, придется стажироваться на тебе опять. Это вообще без вариантов. Даже не обсуждается. Так. Но здесь-то что нам нужно менять? Да поставлю я, что у меня было раньше, да и все, ребят. Нафиг. Какой у меня первоначальный был обвес, такой поставлю. Все эти турбины к чертовой бабушке. Поехали.
Да, это спорткарта, блин. Их, втопил. Окей. Двигаемся дальше. Вот объясни мне, как он так едет? Вроде там ничего у него нету, никакого обеса, и он так шпарит. Мне лично непонятно. Блин, это было плохо. Сейчас босс, да? Да, конечно, босс. Еще доехать до него надо. Кубок аллигатора. Блин, сейчас знаешь, что самое обидное? Что тебя так назад откидывают офигенно. То есть тебе приходится все заново вот это проезжать. Ну молодец, давай, ёпперстэ. Твою. Слов мне нету, блин. Ну куда ты-то со своими крылышками-то тут лезешь, блин? Крылатый хрен. Вот, нормально. Так, нам нужно еще одно первое место занять, чтобы... чтобы быть первым, блин. Вшивый крокодил попался. ККМ-ка там еще прется сзади. Все, ребят, здесь нормально. Так, ну что, Босяцкий. Ох, ничего себе, ребята. Ох, ничего себе, ребята, выпало. Гора смерти. Подожди, не босс еще? Еще не босс? Вот зашибись. Я думал, что мы уже к боссу попали. А боссом тут даже еще и не пахнет. Трындец, как вот он так залетел? На вертушке. Что он там, магнитный ускоритель, у этого понятно. У кого что, да? Так, допустим. Что, мне всего? Всего 2 очка у меня. Вот они, зимние колески, где помогли-то мне. Да-да, именно здесь, ребята, они мне и помогли. Трэш, опять этот супостат. Сейчас с ним тут воевать. На чем он поедет? Ну, естественно, друзья мои, он тоже поехал на раллийном авто.
Не слишком ли, дядя, у тебя часто срабатывает турбинка, а? Пипец, все, ребят. Вот объясните мне, как его нахрен обгонять? Так, сейчас будем пробовать ваш метод. Если вы проигрываете, да, выйди из игры, чтобы тебе заново его не проходить. Сейчас попробуем, работает ли эта штука или нет. Да ты посмотри, он просто сзади едет, как, я не знаю, как бешеный, блин. Просто как бешеный, своими крыльями, блин. Так, он там врезался тоже, я смотрю, да? Знатненько. Да я просто кактус эти... Фух. Друзья, все. Нагонялся сегодня до усрачки, серьезно тебе говорю. Аж голова разболелась, блин. Победили мы этого Босяцкого. Наконец-то. Я в шоке. Я просто в шоке, ребят. Трындец. Да, друзья мои, наверное, на этом я буду сегодня заканчивать. Всем большое спасибо за просмотр. Всем большое спасибо, кто болел за меня. Всем удачи и до новых скорых видосиков.